Итак, вопрос о том, чем щенки занимаются в свободное время. Вот они бегают по загончику. Джина, не мешай. Джина, уйди. Уйди. Пытаются вылезти. Постоянно, причем некоторые вылазят. В принципе, парни вылазят. Сегодня вылазили синий и красный парень. Сегодня вылезли отсюда, так скажем, с нашего вольера. Пролезли через вот эту дырку. Сломалась, короче, одна из стенок. И они там вылезли. И вот так вот целый день пищат, кричат, чего-то хотят. Джина, зайди туда, что ли, или что мешаешь? Заходи, заходи. Джина заходит, они сразу за ней бегут. Может, будет кормить. Все уже бегают, все вот так пищат, и ночью, и днем. Мама, вон она, мам, вон она побежала. Вон, вон, вон. Давай, беги. Молодец. Джинка решила их покормить, наверное. Джинка, ты решила покормить щенков? Вот так вот это все работает. Сразу начинается драка. Кто быстрее присосется. В общем, все активные, все здоровые. У всех, как положено, по 4 лапы, по одному хвосту, по 2 уха. Никаких там болячек и каких-то патологий нет. Вот, так что все щенки нормальные. Некоторых уже, кстати, забронировали. Так что, если хотите забронировать щенка, то самое время это сделать. Ну все, всем пока.